Весенняя продовольственная ярмарка прошла в городском поселении Горки-Ленинские. После затянувшейся зимы горожане с удовольствием прогуливались по торговым рядам, где помимо покупки качественных товаров можно было просто хорошо провести время. Наш корреспондент Юлия Погосьян побывала там и поделится подробностями в своем сюжете. В солнечное субботнее утро жители городского поселения Горки-Ленинские пришли на ярмарку, где можно было приобрести свежие товары по выгодным ценам. Зима закончилась, а значит, все вокруг начало оживать. В этом году холода затянулись в нашем регионе, и от этого еще долгожданнее стали традиционные весенние ярмарки. Одна из таких прошла в городском поселении Горки-Ленинские. В ней приняли участие как давно зарекомендовавшие себя производители, так и новые участники. Мясо, яйца и молочную продукцию можно было увидеть на прилавках представителей поселка Воскресенский. Свежие овощи привезли продавцы из совхоза имени 21-го съезда КПСС. А в лавке предпринимателей и депутата поселения Алексея Боева за покупку от 500 рублей дарили подарки. Ярмарки, которые они испокон века проводятся на Руси, поэтому мы как поддерживаем традиции народные. Издавна уже повелось, что это сплочает людей. Люди с удовольствием идут, покупают товары с благодарностью, потом относятся к главе. Радовали глаз прилавки с изделиями из хохломы, необычной формы тульские пряники, живые цветы и надувные шарики. Все это поднимало настроение. Большой выбор товаров было для тех, кто хотел обновить гардероб к новому сезону и купить одежду и обувь. Екатерина принимает участие в каждой ярмарке Ленинского района и привозит трикотажные и хлопковые изделия с двух крупных российских фабрик. Людям нравится, меня везде ждут, меня везде знают, во всех городах Подмосковья. Чтобы цены могли конкурировать с рыночными, городская администрация не берет арендную плату с предпринимателей. Места для проведения ярмарок предоставляются бесплатно. Эта ярмарка для всех посетивших ее стала праздником встречи весны. Жители остались довольны и выразили большую благодарность продавцам и администрации. Ну такая хорошая ярмарка, такая цветная, такая яркая, и народу много. В общем, все замечательно, что могу сказать. Пусть побольше устраивают таких ярмарок. Спасибо большое, что и подешевле, и самое главное, хороший, не залежавшийся товар нам продают на ярмарке. Очень довольны, хорошо, спасибо, что приехали. Товара много, выбора много. Спасибо большое администрации, что устраивают ярмарки. Юлия Погосян, Ия Адамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.